В Красноярске набирают популярности туры на концерты знаменитостей. Туристические компании помогают горожанам купить билеты, оформить визы и забронировать отель. Особым спросом сейчас пользуется концерт Мадонны в Варшаве, который пройдет 1 августа. В Лондоне Риана, в Будапеште Снуп Дог, в Хельсинки Леди Гага, в Варшаве Мадонна. Предложения в турагентствах самые разные, на разный вкус и кошелек. Конечно, организовать подобную поездку можно и самому, но с агентствами будет проще и быстрее. Они сами подыщут ближайшие концертные площадки отель, выберут оптимальный маршрут до пункта назначения, оформят визу, если шоу проходит не в России, а за границей. В дополнение предложат экскурсионную программу. Спрос на такие вояжи растет. Бывалым туристам уже неинтересно просто поехать и отдохнуть на пляже, поваляться, да? То есть они уже хотят чего-то большего. В принципе, можно взять просто турпакет и полететь по обычному турпакету, а там на месте взять билеты. Но опять же, будут проблемы, то что обычно самые лучшие места раскуплены. Продавать туры на концерты агентство заставляет жесткая конкуренция на рынке. Обычные поездки в Турцию, Таиланд и другие популярные страны можно купить почти в каждой туркомпании. А вояж на шоу какой-нибудь поп-звезды оформят не везде. Вот предприниматели и пытаются выделиться, завлечь новых клиентов. Особый спрос сейчас на Мадонну. Первого августа Мадонна в Варшаве. Несколько путевок в Красноярске уже проданы. Менеджер по туризму Ксения Сапожкова недавно побывала на концерте поп-дивы в Риме. Впечатления самые радужные. Это приятная, хорошая возможность совместить отдых и также посетить концерт любимой мировой звезды. Я, например, вернулась недавно с Италии, где проходил концерт Мадонны в Риме. Удачное попадание! Добавлю, что в Красноярске музыкальный туризм пока только развивается, хотя в Москве и Петербурге уже не первый год работают агентства, которые специализируются исключительно на таком виде отдыха. Добавлю, что стоимость билета на концерт знаменитости, как правило, начинается от 100 евро. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-91-27 или пишите на наш сайт afontova.ru. Виталий Поляков, Дмитрий Кутько, Афонтова новости.